Коза с козлом перед окном играю в дураки. Угу. Ну, хорошо, а когда вот вы говорите, что все это игра, отношения мужчины и женщины, что вы имеете в виду? Почему это игра? Это все серьезно. Люди страдают, мучаются или наоборот радуются, влюбляются, у них дети какие-то рождаются потом. У кого-то не рождаются, кто-то страдает, что не рождаются. Ну то есть там целый процесс, потом ребенок растет, они вот вас воспитывают. Это же игра. Да? Знаешь, чем больше ты говоришь, тем больше мы понимаем, что это все так несерьезно. Нет, ну я очень серьезно говорю об этом. Если это игра, то там очень странные правила. А бонусы там не странные? Я бы так задала вопрос. Просто вот дети, когда дети играют, там дочки матери или воспитания, у меня просто дочка, она вот такая очень восприимчивая, она приходит из садика и играет воспитательницу. Это надо только видеть, как она рассаживает этих кукол, как она считает, что